Так, доброе утро, дорогие друзья. Шавуатов. Прекрасная неделя. Хорошая неделя. Сейчас мы обсудим последние новости. Да, очень интересная такая в мире разворачивается ситуация. Все интереснее и интереснее. Мы вступаем в последние дни перед Рош ха-Шана. Начали вчера читать слихот. Кто знает, что это такое? Ашкеназские евреи начали читать слихот, чтобы подойти хорошо, хорошая жена. Итак, дорогие друзья, всем еще раз добрый день, шаблотов. Значит, как и учил нас царь Соломон, мудрейший из людей, чью мудрость мы изучаем, закончили уже Мишли, сейчас изучаем Коэлет, Экклезиаст, что когда злодеи погибают, то добрые, хорошие люди радуются. И как раз, значит, мы, так как мы добрые, хорошие, а Насрала был злодей, который прямо со всеми печатями, то мы радуемся. Еще раз мы видим, что правосудие торжествует. Да, как сказал Байден, да, американский президент, что говорит, справедливость восторжествовала. Он был убийца, на его руках были смерти десятков тысяч людей. В конце концов, его достало то, что он для других желал, то к нему и пришло. Поэтому добрые, хорошие люди в такой момент садят и радуются, что правосудие восторжествовало. Спасибо Всевышнему. И чтобы все остальные злодеи, которые именно уничтожают добрых, хороших людей, делают войны, чтобы все эти злодеи исчезли. Хорошо. А еще вчера было одновременно очень интересно получилось, да? Как раз закончился шаббат. Тут одна новость такая радостная, что злодея убили, все танцуют. Потому что мы занимаемся святым делом, святым богоугодным делом. И даже если есть какие-то есть препятствия, то что? Нас эти препятствия только усиливают нас эти препятствия, и поэтому мы продолжаем урок с мобильным интернетом. Я думаю, что скоро сейчас прекратится это перерыв электричества. Давайте тогда сразу не будем уже рассуждать о политинформации, а перейдем к тому, что мы изучаем. Мы изучаем книгу «Экклезиаст», которую написал Шломо Амелех, Коэлет. И мы дошли до 15-го отрывка. Сказал он так. «Мувад говорит лоухалитко. То, что искривлено, не сможешь ты исправить. Вахистрон лоухаль лиманот. И то, что не достало, недостача, ты не сможешь ее лиманот, не сможешь ее посчитать». Значит, говорят нам комментаторы все, что искривленное не сможешь ты исправить. Некоторые последствия греха, их очень тяжело исправить. А здесь особенно речь идет о... Так как люди, первая заповедь была «плодитесь, размножайтесь», то человек, в принципе, в этом мире, он живет в своем теле. И получается какая вещь интересная. Что вот есть разрешенные связи, да? Мужчина женится на женщине, мало того, что они разрешенные, заповеданные связи, чтобы были дети. Но если мужчина вступает в связь с женщиной замужней, то дети, которые рождаются, они называются незаконно рожденные. Называются они мамзеры. И ничего нельзя здесь поделать с этим, потому что такой ребенок, который родился вот этой связи, то они могут жениться только на таких же детях. То есть это прям есть в этом какая-то большая духовная есть история, потому что же души приходят в этот мир, в тела, не просто так. То есть в каждое, например, там какая-то душа, она где-то что-то грешила или что-то делала, она потом приходит в какое-то тело, здесь она может в этой жизни мучиться или должна исправить. Там целая идет очень огромная технология с этими душами. И вот это вот, если уже родился этот незаконно рожденный ребенок, то это уже искривленное нельзя исправить. Хисрон, то, что не хватает, невозможно посчитать заново. Здесь имеется в виду повелевающие заповеди. Например, когда человек проходит у него день за днем, и он мог в течение этих дней учить Тору, выполнять заповеди. И он мог вот прямо сегодня день, он мог тфилин надеть, помолиться, если это мужчина, да, поучить урок Торы, сделать какое-то доброе дело, все. День закончился, все, ты уже не можешь возвратить те возможности, которые давал этот день. И получается, что у кого-то день за днем проходит, и он их наполняет, у них полные дни. Вот этот Рав Пинхас Гольдштейн, это 92 года ему было, когда он ушел из этого мира, и Эспед это называется, да, Левая, собрались, да, его люди, его сыновья, его внуки, его правнуки, его очень много людей. Собралось очень много людей, и они все говорили, он молился всю жизнь с первым лучом солнца, то есть это ватити называется молитва, он уже в этом, с первым лучом солнца он уже стоял в молитве, то есть он за час до этого уже был в синагоге, всю жизнь.
И даже когда он был, рассказывал Рапинка, что когда он к нему приехал после операции на открытом сердце, там он был в реанимации, не мог разговаривать. И он говорит, я к нему приехал утром одеть ему тфилин, и я опоздал, говорит, там буквально на несколько минут. Я, говорит, на всю жизнь запомнил его взгляд, как он на меня смотрел, что он опоздал, может быть, ну там впервые в жизни на то, чтобы помолиться с первым лучом солнца. И дальше весь его день, вся его жизнь была посвящена, вот все говорили одно и то же, помощи другим людям. Он еще в 70-е годы начал ездить в Советский Союз, привозил тфилины, там, обучал Торе, на все свои деньги организовывал лагеря для того, чтобы изучали Тору. То есть он всю свою жизнь посвятил другим людям, да? И вот он в 92 года, он убегал в синагогу, чтобы помолиться водить, ему врачи запрещали, он уже не мог ходить, все. Нет, для него это было вот просто важно, чтобы начать свой день с первым лучом солнца молиться Всевышнему. И тот, кто это не сделал, я вчера думаю, все, я тоже хочу так делать, очень я так подумал. Но уже то, что ты не успел сделать, ты не сделаешь. Если ты уже начнешь это делать, начнешь. Но то, что ты пропустил, уже пропустил. Дальше он говорит, царь Соломон в 16-м отрывке. Говорил я, говорит, сердцу, сердцем своим, говоря. И очень интересное начало отрывка. Дебарти они им либи. Говорил я сердцем моим, говоря. Каждый человек, он может понаблюдать за собой и обнаружить, что даже когда мы молчим, то человек разговаривает, все время он разговаривает. И он говорит сам с собой, и это называется говорить со своим сердцем, потому что с тем ты разговариваешь. Ты говоришь, пойти мне на урок Торы или не пойти? Не, не иди. Да не пойди. То есть с тем ты разговариваешь. Сердце на языке мудрецов. Сердце – это подсознание, это как бы полностью все мышление, в котором есть мысли, в котором есть эмоции, в котором есть все воспоминания, в котором есть ценности, убеждения. И все это вместе называется одним словом «сердце». И он говорит «дебарте они им люби», говорил о сердцем своим, как бы обращался сам к себе, говоря «игдальте ваусавте хахма аль колешер аяле фанай аль рушлай». Он говорит «вот я возвеличился и собрал я всю мудрость больше, чем кто-либо, который жил до меня в Иерусалиме». То есть царь Соломон он посвятил свою жизнь мудрости. У каждого человека есть свое намерение, которое вот, оно глубинное намерение, да? Кто-то, для него самое важное, там, внутренняя безопасность, он все время опасается. У кого-то самое важное, это, там, получить удовольствие, он все время ищет, там, где кайфануть, да? У кого-то самое важное, это, не знаю, там, произвести впечатление. То есть у каждого человека есть что-то, что является его основной ценностью, его основным внутренним двигателем, который находится в подсознании. Человек чаще всего это не осознает. И подумайте сейчас как раз, какой у вас двигатель главный. Какой у вас главный двигатель, подумайте. У царя Соломона этот главный двигатель был мудрость. Да? Он стремился всю свою жизнь к мудрости, к постижению. Вот он говорит, и вот я, говорит, собрал я мудрости больше, чем кто-либо другой, который был до меня в Иерусалиме, в городе мудрецов. И говорит... Велибира арбе хахмавыда. И сердце мое видело много хахмавыда. Значит, надо здесь понимать, хахма – это божественная мудрость, которая получена от Всевышнего или от мудрецов. Это некие аксиомы. То, что называется хахма. Вот то, что мы сейчас изучаем, можно сказать, что это хахма. То есть, если выучить эти все отрывки наизусть, и если их использовать в том виде, в котором они есть, это набор вот этих вот аксиом, хахма, божественная мудрость. Дат – это постижение человека. То есть у каждого из нас внутри уже за годы воспоминаний, каких-то идей, какие-то убеждения, правила, принципы и так далее. Теперь, каждый человек живет в своем мире. Кто-то живет в мире, в котором там за каждым кустом ему мерещится опасность. Кто-то смотрит на банан и видит, знаете, есть известная такая история, что Зигмунд Фрейд, который толковал там сны, и он утверждал, что все устремления человека, они завязаны на его сексуальных инстинктах. И как-то он сидел и курил сигару на собрании психоаналитиков. Кто-то смотрит и говорит, ну это же... И начинает рассказывать все толкования Фрейда. Ну что это какая-то фиксация там на оральном. А Фрейд сидит, курит сигару, говорит,
Иногда сигара – это просто сигара. Если посмотреть на факт, никогда сигара не бывает просто сигарой. Потому что у каждого человека на слово «сигара» уже наклеено огромное количество каких-то ассоциаций, каких-то историй, каких-то объяснений. И у каждого этот набор ассоциаций, связанный со словом «сигара», будет свой. Поэтому сигара никогда не бывает просто сигарой. А каждый воспринимает свою сигару, даже сейчас, когда я об этом говорю, каждый воспринимает то, что я говорю, по-своему. Это то, что называется даат. Значит, хохма – это божественная мудрость. Даат – это та модель мира, в которой живет человек. И одним словом, это называется постижение. И вот царь Соломон говорит, мое сердце видит, да, внутри много хохмы. Он собрал всю божественную мудрость, потому что он учился у царя Давида и тоже был пророк. Собрал я много божественной мудрости, веда, постижение. То есть, так как ему были доступны все возможности, которые были в этом мире, то он, естественно, встречался постоянно, приезжали разные делегации со всего мира. Он встречался, у него было 700 жен, которые были, все были царицы, у него был огромный гарем. Там он построил первый Иерусалимский храм, который был местом в мире, куда все должны были ездить. Да, все хотели увидеть его. Все люди, у кого была возможность, хотели увидеть Иерусалимский храм. И он говорит, я все это собрал у себя. И вот тут он интересно дальше пишет. Это 17 отрывок. Собрал я божественную мудрость, познание, олинут, весеплут. И он говорит, я решил изучить, как мыслят люди, которые дураки, да, по-простому, если перевести. Олилут – это тип дурака, который просто, он такой, ну вот знаете как, он просто бесцельный, без, как сказать, вот такой вот просто вот он, что в голову придет, то он и делает. Хочу и буду. О, вот так вот возьмем. Олилут – это свойство дурака, который живет по велениям своего сердца, такой ассоциативно пустой дурак, да? Олилут – это слово, ну, пустота. А есть такой вид дурости, который называется сетлут. Это, например, Карл Маркс, да? Карл Маркс, он такой был активный и активно вроде бы умудренный дурак. Вот есть такие дураки, они там придумывают разные теории, они там конспирологические теории. То есть, ну, этот человек, он дурак, но он как бы запаковывает свою дурость в какие-то, такой, в видимость каких-то умных слов, да. Теперь, значит, и царь Соломон говорит, я решил изучить, как мыслят вот эти дураки. То есть он решил изучить учебник психиатрии, отклонения все и так далее. И вот он говорит, изучил я и это тоже. Я дать, и он говорит, и что я узнал? Что я узнал, познав и великую мудрость, как мыслят люди-мудрецы, собрав всю мудрость у себя в голове. Но одновременно он решил посмотреть, как мыслят вот эти вот дураки. И он говорит, и узнал я, познал, что это, говорит, район руах. Он узнал я, что это огорчение для духа. Огорчение для духа. Я помню, был известный такой, как спор между Стивом Джобсом, был такой бизнесмен Стив Джобс, и есть до сих пор, его зовут Билл Гейтс. И Стив Джобс, он говорил Биллу Гейтсу, говорит, ты скучный человек, говорит, тебе надо попробовать ЛСД. И Стив Джобс, он много пробовал ЛСД, курил, там, он был такой своеобразный человек. Но мы видим по результату. Билл Гейтс, он живет, процветает, медитирует, верующий, помогает. То есть он живет очень активной жизнью до сих пор. А Стив Джобс, который был очень такой, как сказать, он себя считал очень сильно развитым и широкомыслящим, в 56 лет ушел из этого мира, потому что он не верил врачам и не хотел делать операцию на опухоль, которую можно было прооперировать, и так далее. То есть он был, Стив Джобс, при всей его гениальности, его проявлялось в том, что он сделал какой-то очень хороший продукт для людей. И за это его все любили. До сих пор я пользуюсь только техникой Apple, и в свое время очень восхищался Стив Джобсом, что он сделал действительно что-то хорошее, чем люди очень пользуются. В этом была его гениальность. Мультики он хорошие создавал. И вот технику Apple, да, вот это была его гениальность. Но его жизненные подходы как раз вписываются под сихлут, потому что у него были теории, которые не работали. И он очень умно доказывал теории, которые в итоге привели его к абсолютно неработающему результату жизни. Значит, и царь Соломон, изучая все эти неработающие теории, он сказал, что это, говорит, район рух, не надо их изучать, можно спокойно без них жить. То есть человек, который, например, уже есть у него Тора, чистая духовность, в которой есть
все правила, как, по которым можно жить в этом мире. Все, живи, наслаждайся, строй свою жизнь, воспитывая детей и полагайся на Всевышнего, все будет хорошо. И заканчивает царь Соломон первую главу, мы сегодня заканчиваем первую главу, в которой он говорит так, потому что, говорит, Баров Хахман, когда человек собирает много хахмы божественной мудрости, Равкас, умножается гнев. Удивительная вещь. То есть умножающий вот эту хохму, божественную мудрость, умножает гнев. Ваюсиф даат, и добавляющий познание, Юсиф Маков, он добавляет боль. Это очень непонятная фраза, которая очень людей удивляет. Как же так? Он, посвятивший жизнь мудрости, он, посвятивший жизнь увеличению познания, и он же говорит, что умножающий мудрость, он умножает гнев, и добавляющий познание, расширяющий свою модель мира, он умножает боль. Здесь есть несколько линий объяснений. Да? Первая линия объяснений, что когда ты узнаешь божественную мудрость, присоединяешься к Богу через эту мудрость именно, постигая волю Всевышнего, изучая Тору, изучая то, что Бог, книги пророков и так далее, то ты в этот момент соединяешься со Всевышним. Чем выше ты выходишь на свет, тем больше видны твои пятна. И поэтому человек, который неправильно действует, да, но он неправильно действует, он где-то в темноте там копошится, в грязи, его никто не видит. Теперь, как только он становится религиозным? У меня был один приятель, который, вот я наблюдал, он стал религиозным. И он резко стал религиозным, начал молиться, но он еще ничего не знал. И у него вся жизнь его до этого, она была выстроена вообще не по религиозным законам. То есть его как бы, вот его структура была вообще не религиозная. То есть он все делал не по Торе. Потом он признал волю Всевышнего и сказал, что да, есть Бог. Начал молиться, ходить, одевать тфилин. Но при этом вся его структура личности, она была... Он был гневливый, раздражительный, плохо общался с людьми, там делал очень много, ну, таких ошибок в отношениях с людьми. И в этот момент, когда он вышел как бы на свет, у него вся жизнь начала рушиться. Первая линия объяснения, что умножающий вот эту вот божественную хохму, да, мудрость, он умножает гнев Бога на себя. Но это не то, чтобы гнев Бога. Что такое гнев? Вот само слово. Гнев – это несоответствие реальности ожиданиям. И вот это несоответствие вызывает гнев. Просто, чтобы было понятно само слово. И когда человек, он выходит как бы на свет прожекторов и говорит, я признаю волю Всевышнего, я религиозный, особенно если он надевает сразу на себя шляпу, отпускает бороду, то есть если он внешним видом показывает, что он религиозный и пытается стать представителем религии по отношению к другим людям, то он попадает сразу под молнию, да, с неба. Можно сказать, что это гнев, но это последствия того, что Всевышний обратил на него внимание. То есть он приблизился просто к Всевышнему, стал под этот цвет. Второе объяснение, оно другое. Когда человек познает божественную мудрость, то увеличивается его гнев на людей, которые не живут по божественным законам. То есть он просто не понимает, как это можно. И вот я сразу объясню, как это работает. Вторая часть этого предложения, добавляющий познание, добавляет боли. Ему больно, что люди ведут себя так, как они ведут. Я вчера случайно просматривал новости, и такая новость, что поймали какого-то человека, который в Ульяновске, у меня там есть очень близкие родственники, он ударил пенсионерку. И в этой новости прямо вдруг включается видео, и какой-то мужик здоровый, сидит бабушка, и он ее бьет, эту бабушку просто ни с того ни с сего бьет ее по лицу. И у меня эта картинка, она вошла, я ее увидел, к сожалению, да, то есть, и она вошла, мне больно за эту бабушку, мне очень больно, что есть такие люди, которые могут взять, ни с того ни с сего ударить, пенсионерка, бабушка сидит на улице, продает цветочки, и он ее ударил. Человек, который добавляет познание, он включает всех вот этих вот жестоких людей, этого насрала, который убийца, который, ну, столько людей он приносил боли, то есть, когда ты узнаешь о том, как работает этот мир, ты видишь, что в этом мире очень много зла. И тот, кто увеличивает познание, который увеличивает познание этого мира, он увеличивает боль, свою боль, потому что, когда ты видишь, как кто-то страдает, ты тоже начинаешь страдать. Когда ты видишь, как кому-то хорошо, значит, тебе тоже хорошо. Когда ты желаешь кому-то, чтобы было добро, то ты проявляешь лучшее, что есть в тебе. Когда ты желаешь кому-то зла, то это ты в себе вот эту вот
Значит, вот эту вот боль ты в себе и увеличиваешь, да? И это, конечно, очень ужасно, что есть такие люди, которые приносят боль и зло другим людям. И это, ну, это их выбор. И я точно знаю, что злодеи всегда будут наказаны. Я точно знаю, что мы видим даже поэтому насрали, что, значит, конец будет у всех вот такой. И все, кто рядом со злодеями, вот тут очень интересно, что все, кто поддерживает злодеев, они вместе со злодеями тоже получают расплату. И вот пишет Эстер, что подобная история произошла с мамой Хашдодис, чтобы все, кто обижают пожилых людей, детей, всех, которые беспомощны, да, чтобы все эти люди, чтобы на них, конечно, вот я хочу искренне пожелать, чтобы гнев Всевышнего на них быстрее обрушился, те, которые вот таких вот людей пожилых обижают. Ну, вообще, любых беспомощных людей, это, конечно, ужасно. Хорошо, лучше ни на кого не злиться. Вообще лучше ни на кого не злиться, но когда ты узнаешь о зле, которое делают другие, то это увеличивает твою боль внутри. Хорошо, значит, мы на этом закончили изучать первую главу. И давайте закончим на чем-то позитивном. Позитивное, значит, у нас есть... Что у нас есть позитивного? Мы приближаемся сейчас к Рош ха-Шана. Рош ха-Шана как раз это начало года, когда обновляется весь цикл. И вот весь Рош ха-Шана построен вот на позитивных пожеланиях. Это очень важно. Как раз вся вот эта вот, вся ритуальная вот эта вот трапеза, которая проходит в Рош ха-Шана, она построена на том, что берут различные виды еды, и на каждый вид еды есть пожелание, чтобы умножились наши заслуги, как зернышки в гранате. Поэтому вот сейчас нужно потренироваться. Сегодня 29 сентября и 10:29, как раз очень хорошие цифры. Нужно потренироваться, чтобы до Рош ха-Шана поконтролировать свои мысли, чтобы желать и видеть, и благословлять, и чтобы было только-только хорошее в голове. Потому что думай хорошо, да, будет хорошо. Если ты умеешь думать хорошо, умеешь видеть добро, умеешь благодарить, умеешь в любой ситуации увидеть ее позитивную сторону, то тогда тебе будет всегда хорошо. Почему? Во-первых, ты человек хороший, он притягивает к себе добро. Во-вторых, когда ты попадешь в следующую ситуацию, ты точно так же будешь видеть нехорошее, и тебе всегда будет хорошо. Человек, который научился думать хорошо, оптимист, позитивный, благодарный, видящий хорошее вокруг себя, благодарящий Всевышнего, ему всегда будет хорошо. Это факт, потому что в какой бы ситуации он ни оказался, ему будет лучше, чем пессимисту, чем цинику, чем критику и так далее, потому что этим всегда будет плохо. Даже если у них внешне будет хорошо, они будут видеть в этом только плохое. А человек, который позитивный, ему и будет хорошо, и он будет видеть в нем хорошее. Вот это вот, на этой позитивной ноте мы заканчиваем. Все, всем удачи, успехов, хорошей недели. С Божьей помощью встречаемся завтра. Будет у нас еще в 11:00 урок для спонсоров и партнеров Экра, которые помогают платформе Векра развиваться, и для них будет отдельный урок по законам благополучия, чтобы быть благополучными и больше зарабатывать в этом мире, и чтобы переносить, как переносить вот это вот свое благополучие в духовную сферу, помогая другим людям. Значит, будет у нас отдельный урок в 11:00. Все, всем удачи, успехов, встречаемся с Божьей помощью завтра.